Сегодня я буду запекать индейку с картошкой в духовке. Значит, у меня тут уже кусочки индейки нарезанные крупно, примерно как на шашлык. Лук и розмарин. Розмарин свежий. Уже порезала все. Здесь я насыпала соль, паприку сладкую, перчик черный, молотый, в общем, орегано, разные травки, кориандр молотый. И сейчас я добавлю немножечко оливкового маслица. Вот так. И пару капель бальзамического крема. Вот так вот, несколько, на вкус. Вот это называется крем. Он и не берет что-то фокус. Почему он не берет фокус, я не могу понять. А, взял. Вот, крем из бальзамического уксуса. И так вот это я все смешаю сейчас. В эту форму положу мясо с луком и с розмарином. Оставлю на полчасика где-то, чтобы все пропиталось хорошенько. И потом очищу эти две картошки. Они довольно крупные у нас. И тоже кусочки сделаю примерно размер как мясо. И потом покажу дальше. В общем, запеку это все в духовке. Вот так это все смешиваешь, эту всю массу ароматную. Сюда лучок, вот так еще помять его хорошенько. Ну, не сильно в кашицу, но так, чтобы он немножечко сок пустил и был чуть-чуть помягче. Вот так. И мясо сюда. И вот так все перемешать хорошенечко, прямо рукой, не бояться. Вот так вот. Вот видите, какая смесь у нас получается, ароматная, хорошая. Мясо индюшачье, оно очень вкусное. Его трудно чем-то испортить. Ну, вот этот метод, как я сейчас готовлю, получается исключительно вкусно. Просто деликатес. Получается как бы такое жаркое, но в духовке. Вот так. Сейчас это у меня все постоит, пропитается, я поставлю в холодильник. Ну, полчасика, где-то часик. У кого сколько времени есть лишнего, чтобы оставить. Потом еще добавлю, значит, картошку, я уже говорила, и отправлю запекаться в духовку. Вот мяско уже полежало в холодильнике полчаса и даже, кажется, 40 минут. В общем, это не важно, можно и час не испортится. Теперь я нарезала картошку, все это перемешала. И теперь эта форма у меня сейчас отправляется в духовку запекаться. Вот такое получилось блюдо. Сейчас буду его раскладывать уже по тарелочкам. Потом покажу еще поближе. Вот такое мясо у нас получилось. Индюшатина с картошкой или индейка с картошкой. Запеченные в духовке кусочки. Мясо ароматное, румяное и очень вкусное, сочное. Я уже попробовала. Сейчас мы будем кушать.